В завершение программы сообщение из северной столицы. В Санкт-Петербурге открылся новый музей «Керамарх». Расположилась экспозиция в Государевом бастионе Петропавловской крепости. На торжественном открытии побывали и наши коллеги, рассказывает Анастасия Лобода. Экспозиция нового музея «Керамарх» представляет историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера 18-го – начала 20 веков. Более 200 экспонатов представлено в новом музее. Керамика – это такой вот материал и технологии вокруг него, собственно говоря, развивающиеся. Это то, что является собой такой образ незыблемости и вечности, который весьма уместен даже для церковной архитектуры, в которой вот этот образ вечности и незыблемости обязателен просто. Но и не только церковной архитектуры. Здесь много самых разных интереснейших вещей. Среди экспонатов – иконы, написанные на керамической основе и заключенные в многоцветные керамические киоты, изразцовые печи и камины, а также редкие образцы декора фасадов знаменитых зданий Петербурга и другие экспонаты. Нельзя не отметить и великолепно организованное пространство музея. Мы здесь постарались создать условия для посетителей этой экспозиции всех, включая и людей с ограниченными возможностями. На открытии музея «Керамарх», как говорится, негде было яблоку упасть. Настолько интересна новая выставка для петербуржцев, среди которых многие испытывают профессиональный интерес. И архитектор, и если у архитектора будет возможность посмотреть такое большое количество образцов вживую, то это просто увеличит уровень архитектурного развития города и населения. Мне кажется, это очень здорово, и я очень рада присутствовать в этом музее новом. Коллекция музея будет постоянно пополняться. Также планируется проведение экскурсий, мастер-классов, лекций и интерактивных занятий для детей.